Утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Добрый день, друзья! Здравствуйте, ребята! Уважаемый художник, помните, вы на прошлом уроке давали домашнее задание? Конечно! Задание было нарисовать пейзаж. Мы его выполнили, нарисовали вот такой пейзаж. Мы его вместе нарисовали. Молодцы! Какой замечательный пейзаж у вас получился! Посмотрите, ребята! Уважаемый художник, а мы сегодня будем смотреть пейзажи, которые нам ребята прислали? Конечно, для этого мы с вами здесь и собрались. Итак, очередная выставка галереи Шишкиного леса объявляется открытой. Ой, рассказывайте, рассказывайте скорее, какие пейзажи ребята нам прислали. Ну, например, вот этот рисунок карандашом. Автор Даниил Несвит. Ему 10 лет. Ой, какой симпатичный ежик. Да, яблочко на спине несет, хозяйственный. Обратите внимание, как художник с помощью штриха изображает ежиные иголки. Ну, конечно, иголки только штрихом и изображать. Колючим таким я умею. А я умею акварельными красками рисовать, как вон на том рисунке. А это зимний пейзаж. Нарисовала его Даша Волошина, ей 5 лет. Ой, как акварель красиво растеклась. Прямо настоящий сугроб. А в воздухе, смотрите, снежинки летают. Красота! А вот еще один зимний пейзаж. Посмотрите. Интересно, а что это такое синее посередине? Может быть, речка замерзшая? Не, Шунечка, это, наверное, ледяная горка. Ух, как я люблю с ледяной горки кататься. Хорошая картинка. Да, мне вообще зимние пейзажи нравятся. Я люблю зиму. А мне нравится лето. И пейзажи летние тоже нравятся. Все зеленое, красивое, как... О, смотрите, на той картинке. Прислал нам его Дима Павлов. Обратите внимание, что акварелью Дима нарисовал листву, небо и траву, а мелкие детали он нарисовал с помощью тонкой кисточки и карандаша. А я тоже так люблю делать. А то маленькую веточку рисуешь, а краска растекается, и получается какое-то огромное бревно. А мне нравится, что на этой картинке столько оттенков зеленого. И темный, и светлый. Хорошо получилось. Ты прав. Картина выходит намного богаче, если художник использует не только цвета, но и разные оттенки этих цветов. А вот на том осеннем пейзаже тоже несколько оттенков желтого. И сам желтый, и оранжевый, и даже зеленоватый. Красота-то какая! Под холмом речка течет, а на холме роща золотая. А цвета-то какие! Осенние пейзажи и правда уникальны по своей красочности, как и сама осень. Точно! Поэтому картина и выглядит ярче. Этот рисунок нарисовала Московкина Ульяна. В этом рисунке интересна композиция. Мы видим пейзаж откуда-то с возвышенности. Виден зеленый бор, то ли сосновый, то ли еловый. Конечно, художнику понравилось это место. И он смог передать свое восхищение зрителям. Я бы очень хотел побывать на этом месте и увидеть это своими глазами. А какие еще пейзажи нам ребята прислали? А вот еще, например, морской пейзаж. Его нарисовал Аркадий Акименко. Лодка-то какая, а? Со штурвалом, с парусом. Эх, я бы покатался на такой. А мне очень нравится песочек на берегу. Там какие-то камушки разноцветные лежат. Может, это не камушки, может, это ракушки. Точно, ракушки! Я бы их пособирала. А вот еще один морской пейзаж. Его нарисовала Таня Зеленко. Он с дельфинами. Какой он интересный, круглый. Да, как будто за этими дельфинами в подзорную трубу наблюдаешь. Только странно, что небо желтое. По-моему, небо таким не бывает. Ты ошибаешься, Шунечка.
Небо бывает не только голубым и синим, но и белым, желтым, лимонным, оранжевым, розовым, фиолетовым и даже зеленым. Просто нужно это замечать. А художники очень внимательны и наблюдательны. А мне, ну уж очень нравится вот тот рисунок. Он такой яркий, и тут так много деталей. Да уж, деталей правда много. И пчелы, и цветы, и даже грибы. И облака полосатые. Я вот никогда не видела полосатых облаков. Но эти на рисунке мне очень нравятся. Его нарисовала Маша, мальчику, ей всего 6 лет. Причем ее рисунок мне очень напоминает красивый узор. Молодец, Маша! Столько всего напридумывала! Смотри, смотри, а вон пейзаж совсем без деталей. Без деталей. Но в этой картине есть своя изюминка. Во-первых, это не яркие, мягкие цвета. Они еще называются пастельные. Точно, как будто пастель. На самом деле, акварелью нарисовано. А во-вторых, на этом пейзаже все изображено цветовыми пятнами. Без линий и штрихов. И поэтому пейзаж получился простой и выразительный. А мне вот этот рисунок нравится, с оленем. Какой еще олень? Это лось. Смотри, какие огромные рога. Лось, олень, неважно. Все равно рисунок красивый. Этот пейзаж нам прислала Даша Грошева. Ей 9 лет. Да, вот сколько пейзажей мы сегодня увидели. Да, и осенний, и зимний, и даже морской. И много разных других. За это нужно сказать спасибо авторам. Спасибо, ребята! Ну, а теперь пора дать домашнее задание. Друзья, оно очень простое. Присылайте нам побольше своих рисунков. Мы их очень-очень ждем. А сейчас прощаемся с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам самого хорошего. Увидимся в Шишкином лесу. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам новый день.